что в ближайшие дни мы не ожидаем, хотя противник наверняка будет пытаться прощупывать нашу оборону, как пытался сделать сегодня ночью в поселке Артема, где была подбита еще одна единица бронетехники, один бронетранспортер. Вот. Но в основном они обставили город артиллерией, обложили танками, поставили на каждый блокпост по 2-4 танка и ведут, так сказать, правильную осаду, периодически пытаясь прервать пути сообщения. В городе полностью отсутствует подача электричества, полностью перекрыта вода, несмотря на то, что труба, по которой подавался в город, вода была отремонтирована. Тем не менее, они перекрыли заслонки в районе поселка Донецкий, и воды в городе нет. То есть вода доставляется только из скважин, там, из реки. Вот. То есть я правильно понимаю, что это не нарушено водоснабжение в результате бомбовых ударов, а это намеренное отключение воды украинской стороной? Да, это именно так, потому что авария на водоканале была исправлена силами городских служб. А сейчас вода перекрыта именно решением украинских военных, так же как электричество. Сегодня, например, из Горловки специально выдвинулась бригада Донбассэнерго для того, чтобы починить, отремонтировать линию ЛЭП в районе между Краматорском и Славянском. Украинские военные не допустили, несмотря на имевшееся согласование, эту колонну к месту ремонта. Поэтому город по-прежнему остается без электричества и без воды. Известно ли о каком-то передвижении украинской техники, украинских сил по другим направлениям, Луганск, Донецк? Да, значит, на Донецк постепенно противник продвигается по направлению к городу. В настоящее время они, если блокпосты свои выставляют новые в районе Курахова, выдвинули блокпост, выдвинули новый блокпост вот с этой точки вот сюда, в районе Константиновки. Вот. И в районе Украинска они выдвинули свои посты. То есть они постепенно приближаются к Донецку с целью его постепенного охвата. Возможно ли подготовка какой-то операции по одновременному удару на нескольких направлений, или у них на это может не хватить сил? Ну, я не скажу, что у них не хватает расчетных сил, то есть танков, артиллерии и солдат у них очень-очень-очень много. То есть теоретически должно хватать для того, чтобы как бы взять поставленные, выполнить поставленные задачи. У них очень плохо с организацией и с боевым духом. На блокпостах повальное пьянство, солдаты не желают выполнять приказы командиров. У нас очень много известий о столкновениях между частями, вплоть до применения оружия между Нацгвардией и обычной армией. То есть армия не только непрофессиональна, она воевать не хочет. У них это самая большая проблема. То есть если стрелять по городским кварталам из пушки минометов издали, они еще вполне готовы, или долбить танками Семеновку, находясь на безопасном расстоянии от населенного пункта, то идти в контактный бой никто не хочет. Нашумевшее ночное видео с обстрелом Семеновки неизвестными боеприпасами, такие пучки огненного света, и сегодня мы вновь днем засняли лично вот эти обстрелы. Говорят, что это некие фосфорные боеприпасы, они действительно, попадая на землю, прожигают такие дыры, от них зажигается строение. Что это, известно ли, что это за боеприпасы, применяются ли они вообще в военных операциях и разрешены ли они? Я не готов вам ответить, потому что не являюсь настолько серьезным военным специалистом, чтобы вот по внешнему виду сказать, что это за боеприпас. Я таких боеприпасов в своей военной практике не встречал. Если не в первую чеченскую кампанию, во вторую чеченскую кампанию, я лично такого не наблюдал. Я сначала подумал, что это может быть низкие разрывы так называемых люстр, то есть специальных осветительных бомб. Теоретически может быть это. Но люстры должны подвешиваться на парашютах, спускаться, то есть гроздь ракет. Здесь же идет именно речь о кассетном боеприпасе, который взрывается в воздухе, засыпает зажигательной смесью все на определенной площади. Я не знаю, что это за боеприпас.
появились сообщения о том, что со стороны украинских сил под Семеновкой появились некие очень профессиональные танкисты и очень профессиональные минометчики. Это речь идет об украинской армии или есть какие-то разведданные об участии с той стороны наемников? Думаю, все-таки речь идет об отдельных подразделениях украинской армии, которые все-таки не будем считать противника полностью не бездарным или совершенно ничего не умеющим. Во всякой армии, даже самые развалины, имеются профессионалы, которые знают свое дело и могут научить желающих этим пользоваться. Но с другой стороны, поймите правильно, находиться на стационарной позиции и с расстояния 2,5 километров, находясь в абсолютной и полной безопасности, расстреливать одну и ту же точку, которую расстреливаешь в течение нескольких дней. Ну, даже тут даже бездарь может чему-то научиться, а более-менее профессиональный стрелок, руководимый специалистом, тут не требуется особых снайперских навыков. Главное, чтобы была пушка в исправности и прицельные приспособления. Растет какое-то профессиональное мастерство ополчения Донбасса? Во что оно вообще сейчас превращается со временем? Ополчение превращается, конечно, постепенно в боеспособную силу, которая способна противостоять противнику в обороне. Подчеркиваю, почему в обороне, потому что атаковать противника при том колоссальном подавляющем превосходстве в тяжелом вооружении, которое он имеет, это просто безумие. В интернете появилась информация о том, что на Краматорском аэродроме выгружают некие боеприпасы с маркировкой химического оружия, бактериологического, что-то такое. Вот что-то известно об этом? На Краматорском аэродроме очень сложно что-либо выгружать, поскольку аэродром наполовину контролируется ополчением, по крайней мере, его гражданская часть. Туда могут садиться только вертолеты, только в его наиболее отдаленной части. Поэтому наблюдать эту отдаленную часть со своих позиций ополчение просто не может. В данном случае я не могу прокомментировать, у меня таких данных нет. У нас есть данные о том, что в населенный пункт в районе Черкасского, между Черкасским и Болбасовкой, разгружались непонятные вагоны с непонятной маркировкой под усиленной охраной. Мы тоже подозреваем, это вот здесь завод «Шмиз». Вот. Мы подозреваем, что там может разгружаться что-то, скажем так, неконвенционное. Но сказать, что это именно бактериологическое или химическое оружие, опять же, нельзя. Мы можем только подозревать это. Кто распространяет информацию от моего имени, я не знаю. Я пишу в интернете только на одном известном ресурсе, и мне с которого, как говорится, несколько человек имеют право дословно перепечатывать мои сообщения. К сожалению, за последние трое суток у меня вообще не было возможности практически выходить в интернет, поскольку здесь, в городе, его почти не осталось как такового. Поэтому, допустим, за последние двое суток сводок просто не было.